Здесь пиздец вообще нахуй. Сиденье еще, смотри, детское, да? Тут столб еще. Да, вот тут дебил. Вот если бы он ехал с ребенком по стенке какой-нибудь. Диски хорошие, да? Подушка не вылетела. Что там? Стрелка-то не эта? Не залипла? Он не ехал. Ноль. Как думаешь, заведет? А тахометр, смотри, остался, да? Ну, тахометр, смотри, висит. Я в каком? Ну, это, блин, это уже он как... А, не, ноль тоже. Не, ноль, ноль, Витёк, Витёк, будешь колу? Добей колу. Слышь, здесь кубики лежат, нужны? О, даже номер есть. Да. Ну здесь тоже что-то все в крови были. Вон салфетка влажная лежит. Кровяная. Тоже похавали. Слушай, это зеркало. Слушай, они еще и двери, что ли, открыли? Я что-то вообще не пойму. Чего? Ну как они отсюда выбрались-то? О, а прикинь, еще и фары горят. Че? Габарит горит, да? Да. Нихуя. Слышь, походу сзади тоже сидели. Видишь, сиденье как еще? Да. Сзади, походу, мне кажется, они сзади вылезали. Я руки переломал. Ну да. Это надо так вообще. Ну да, что-то столб-то вон. Они его хорошо так вообще спокойно снесли просто. Просто, да. Может, как-то посмотри, домик какой маленький. Ну да, что-то один маленький, один большой. У него еще даже барит. Работает. А спереди-то? Работает. А спереди что-то не работает. Да. Ну да, на такой резине.
Такой резине только так и летает. Кусочек столбика. Кусочек столбика. Зеркало с обогревом, что ли? Не, а может и да. А, это тросики. Не, с обогревом. Ху-ху-ху. Было. Было, Сань, с обогревом. А магнитолу что, выдрали? Магнитолу, смотри, сняли, походу. Забрали. Забрали панельку, по-моему. Сам дорогое, походу. Или она. Ключи даже оставили от машины. Вон в середине лежат. Вон, видишь, в середине лежат. USB какой-то валяется. Я вот думал, вытащить его. Такая зарядка, ё. Да, кстати, длинная. Не, нужна как раз. Да не надо из такой машины ничего брать. Я тут и дело, что я только из-за этого не хочу. Мы тебя купим, бля. Вон номер, видишь, лежит. На самом деле, я бы номера скрутил, уже мог сваливать. Ну, кстати, да, и вообще ищи, свищи ее, вообще эту машину. Че это вообще за машина? Как она сюда попала? Че там, полка валяется? Мадам, денег-то не лежит, ну. Ну да. Да, тоже тут нормально так. Здесь, поход тоже на Энип. Две раза заковали. Вообще жесть какая-то. Да. Ну, 9 мая справили хорошо. Сиденье, смотри, главное, в разные стороны, да, раздвинутые. Я говорю, как ты упирался сзади. Ну, да. Походу. Слушай, я ехал, знаешь, последний раз в 10, наверное. Где-то, может, буквально. Нет, подожди, когда я к тебе приехал? Не знаю даже. Слушай, они походу обосрались, что ли, здесь штаны какие-то валяются еще, портки. Сразу штаны скинули. Это мне кричал. Да пацаны, ну хватит снимать. Ну что это, хватит снимать. А сам снимаю, да, хоть? Нет, тот водитель Хонда. А, водитель Хонда?